зовут Алексей, мне 40 лет. На железной дороге я уже работаю 17 лет. Футбол и работа для меня всегда были рядом. Если бы не футбол, я, наверное, и железнодорожником бы не стал. Вспоминаю, как мы с ребятами из нашего депо играли на первенство края. Сначала мы стали командой на работе, а уже потом на поле. Мы знали, что для нашего коллектива нет нерешаемых проблем. За годы работы я убедился, что результат приходит к тем, в кого верят. В футболе, в жизни, везде. Без поддержки и доброго слова любое начинание теряет силу. Локомотив, он на то и локомотив. Само слово обязывает. Тянуть, вести вперед. Других вариантов и быть не может. Главное – разогнаться.